В актовом зале Международного инновационного университета студенты и преподаватели. В первом ряду почетные гости, ветераны, живые свидетели войны и творцы Великой Победы. Студенты университета подготовили для гостей праздничного концерта рассказ о трагических страницах истории Великой Отечественной. Первый день войны, оборона Бреста, истории жизни простых солдат, подвиг медсестер, 1418 дней кровопролитной войны в сценических миниатюрах. Студенты Международного инновационного университета помнят подвиг своих предков и чтут память. К 9 мая они готовятся всегда по-особенному. Для меня это день памяти и скорби. В этот день мы вспоминаем всех живых и павших воинов, простых мирных жителей, благодаря которым мы завоевали победу в Великой Отечественной войне. Вся страна отдает честь воинам, которые сражались за наше будущее против немецко-фашистских захватчиков. О павших смертью храбрых и о чудом выживших звучали стихи и песни тех лет. Самые активные и талантливые студенты вуза попытались погрузить зал в атмосферу 40-х. И у ребят это получилось. Зал аплодировал стоя. День Победы! День Победы! День Победы! Поздравляю всех с праздником Великой Победы. Желаю счастья, здоровья, мирного неба. Также хочу поблагодарить ректора Международного инновационного университета Бирюлаву Галину Алексеевну за то, что она дает нам возможность развиваться разносторонне, заниматься не только наукой, но и искусством. А наши преподаватели поддерживают нас во всех наших начинаниях. Ну а самой большой благодарностью для студентов инновационного университета стали слова признательности от ветеранов. Ну а героям войны, в свою очередь, студенты подарили цветы и свое большое спасибо за 72 года без войны. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.